9 и 1, 19 и 1. А, тут не хватает 5. Я сейчас напишу эту цифру и увидит выцеп. Пять-один. Это год создания фильма «Пандора и летучий голландец». Как зовут тебя, храбрый мальчик? Меня зовут Стефанчик. Стефанчик. Хороший мальчик. Я должен освободить дух Пандоры. А куда ты направляешься, Стефанчик? Я отправляю в замку. Держи путь вдоль моря, оно приведет тебя к верному месту. Торопись скорей, Пандора ждет тебя. Спасибо, храбрый рыцарь. А далеко ли он пойдет? А вот об этом скажет то, насколько будет храбрым его сердце. Имя красавицы Андоры. Не хватает вот тут вот буква Д. Пандора написано по испанскому языку. Ребята, смотрите, было написано Пандоры и не хватало буквы Д. Я ее написал. Теперь должен выйти рыцарь и показать мне дорогу. Здравствуй, мальчик. Как тебя зовут? Меня зовут Стефан, Стефанчик. Куда ты стремишься, Стефанчик? Я буду подниматься вон туда наверх. Я должен спасти красавицу Пандору. Стефан, это никому не удавалось многие годы. Я не боюсь, я сделаю это, я освобожу Пандору. Скажи, пожалуйста, в какую мне сторону надо идти? Держи путь вдоль стен этого замка, и ты наверняка найдешь путь к Пандоре. Саймон! Откуда ты знаешь мое имя? За мной свой двух гонится. Задержи его быстрее!
далеко ли он пойдет. Вот амулет, вот ключ. Пандола, где ты? Ты можешь освободиться, я прошел все испытания. Пандола, где ты? Пандола, где ты? Пандола, где ты? Пандола, где ты? Скажи! Привет, Стефан! Я благодарю тебя. Ты освободил мою душу. Теперь я свободна. Спасибо тебе. Спасибо, что посмотрели мой канал. Спасибо, что посмотрели это видео. Я очень рад, что освободил Пандолу. Ну что, всем пока!